Я просто разрешила себе быть счастливой, разрешила быть себе стройной. И действительно, с этого момента у меня пошли изменения колоссальные. Может быть, как на предыдущих вот передачах было сказано, что я не так сильно относительно других меняюсь, это не так заметно, но обещание перед телезрителями я сдержалась. Я обещала, что я в все свои платья влезу 44-го размера. Они мне уже сидят, ну, не, может быть, не так сильно хорошо, но я меняюсь, это просто для меня такая радость, такое это счастье. Это прям вот какой-то... зримо. Как ты меняешь. Да, внутри просто какой-то кайф. И вот и я знаю, что действительно правильно Лена сказала, что это не прямо сейчас закончится. Это никогда не закончится. Это вот это счастье, оно теперь внутри, и оно это есть, и никуда оно уже не денется. Я так много для себя узнала и получила, что это такой сжатый срок, всего 3 месяца. Но за 3 месяца я стала совсем другим человеком. Хотя я была, но я забыла про это.